Сразу, пацаны, гараж. Гараж лишь бы не коснулось. Че, ствол подойдет? Ну, конечно. Вот отсюда отбивайте. Да, 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 чтобы дальше не ушло. Да. Два рукава, быстро! Давай, давай! Давай, давай, воду! На! Вот здесь отсеки. Гад тут разгорел здесь. Надо, ну, может, с той стороны бочкануть, там тепло трассы. Черни все вокруг, чтобы распространения не было. А да, так как... На дальняк бей, да и все. О! Хуйня. Давай, 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 забивается что-то. Поближе чуть-чуть, подойди. Площадка такая, Валя. А? Что это за площадка такая? Да фиг поймешь, огород, наверное, какой-то, я не пойму. Тут же ничего нет, не видно ни домика никакого. Кто-то натащил, видишь, огородил, блин. Ну заходи, заходи. Что, не добиваешь оттуда? Стой, стой, стой. Офигеть тут вообще. Ну, какой-то человек неадекватный, походу, собирал сюда. Какая-то дикая изгородь просто. Офигеть, понатащили-то. Да. Смотри, дерево горит как. Смотри, дерево горит сверху. Офигеть. Факел. Надо их попереворачивать. Да черни, блин, потом попереворачиваем еще, где мы. Воды сейчас уйдет, ё-моё.
Во, все зачерни, потом попереворачиваем все. Что-то выглядит, что оно крепкое такое, как бы. Оно пустотело. Ага. Немного ствол отсюда заводить его. Вон оно сверху-то зеленое еще, видишь. Давай поработаем. Гидрант, помнишь здесь? Что, Саня? Поехали. Влада смотрел. Это что, под балконом валяется, да, все? Справа огоньки, нет? Не знаю. На земле. Да. Ага, да. Пятка 1-11, 12 на месте вызова разведки. 11, 1-11, на месте вызова разведка 28. Балкон. Балкон горит? Балкон горит. Проверь. Все, пошли, Влад. Чё горит? Чё там, квартира? А? Снаружи видно? Да, квартира. Давай, сука. Она может... 14, подъезжай. Скинуть давай. А вон там люди есть. Лестницу пока не устанавливай. Какой там, седьмой, да?
Стой! На время 16. Постучи вот на седьмом. Там. Вот да. Закрыли, но. Вот веревка, они где-то здесь, да. Постучи. Позвони. Все, закрыли. Вот горит. Вот горит, или спасибо. Да, проходите сюда. Спасибо к тому командиру. На приеме. Да нечем, уже отошли туда. Мне некуда, некуда. Это, давай словно. Ветка 1-16. Конечно, зачем? 15, ветка не принимаю. Ликвидация до прибытия, балкон снимает, да. 16, ветка 1, информацию не принял, плохая связь. Денис. Ветка 1 принимаю. Там есть кто? Ликвидация до прибытия. Балкон 7 этаж. До 2-го возвращайтесь в подразделение. Освобождаем площадку! Отходи там, смотри, чтоб никто не шел. Никит! Никит! Сними аппарат! 12, ветка 1. Поднимай сюда. Сними аппарат. Ветка 1, 12, ликвидация до прибытия, балкон 7 этаж. 12, ветка 1 принял, ликвидация до прибытия, балкон 7 этаж, 2042. Там это внизу, Влад, пусть посмотрит, чтобы он сбрасывать. 14, 16. На приеме 14. Следующее подразделение. Принял, следуем подразделение. Дениска, дойди, это самое, сверху посмотрите, да, не ушло ни туда. Я увидел, сейчас справимся. Отойди, Никит, что ты? Ветка 1, 14. 14, ветка 1 принимаю. Возвращаемся в подразделение. Здравствуйте. Поднимись выше на этаж проверения. Все разбирай вот я в это ведро ложи, но заливать смысла нет. Вниз все этажи зальешь. И скидывать тоже там, куда его. Садился там командиру. Не надо, ложи их так, ты не зальешь их так. Ну а что я буду горящий, сейчас будет лететь все. Чуть подзавью, ничего страшного, там балкон все равно внизу. Воды наберите еще. Воды? Да, да. Нормально. Нормально. Есть тут щель просто, я думал, что ты его знаешь. Ведро прям втыкать надо. Заливать ее бесполезно, она так и будет леть. А прям в воду ложила. Да,
Да тут еще много есть. Ёп, да. Хрен залез. Поднимись на этаж, там у нее, короче, деревянный пол и панелями пластиковыми обшиты, тепловизором будет прозвонить в стены. А, вот твой, да? Прогар не ушел по стенкам. Потому что по внешнему ничего нет. Признаков. Ведро надо? Да, да, надо. Еще? Вот, вот этот таз воды налейте, туда в тряпки сложите. Да, Витя? Алло, вот. Короче, по-моему, что-то есть там? Нет, нет. Что-то есть. Никто не обгорел, ничего? Нет, не надышали? Нет. Ребят, спасибо. Прям залейте, затопите это и на мусорку. Угу. Все, Витя, все? Что, ничего нету, никто, все нормально? Нет, нет, пострадавших нету. Ну все хорошо, да, давай. Вот вещи БУ горели, короче. Ну сколько? Ну 2 квадрата на балконе. Здравствуйте. Сейчас ничего нету, не показывает. Вы сейчас не остаетесь, не ночуете, да? Почему? Чуете? Да, я просто на улицу хотела. Вы быть. Это, проконтролируйте еще в ночь там. Угу. Запах, если мало ли. Бывает, видите, сейчас ветер. Угу. Где-нибудь у них может там уголек остаться. Мы сейчас все по максимуму там посмотрим. Но желательно проконтролировать. Хорошо, спасибо, что проверили. Все, нету. Бачок залепил, стопудово. Ну, по-другому. Потому что ветер вот так вот шел. Наши у нас не курили. Ладно, легко отделались, ничего страшного. Самое главное, что ветер не сюда, не вот.